Накануне губернатор Ямала внес изменения в постановление о режиме повышенной готовности. С 21 октября ямальские ЗАГСы работают в режиме предварительной записи. Предоставление государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния, за исключением регистрации смерти, осуществляется по предварительной записи граждан в соответствии с установленным режимом работы отделов службы ЗАГС. Телефон для записи в отдел ЗАГС Муравленко 2-66-20. Напомню, что ранее, 1 сентября, в отделах ЗАГС Ямала уже были сняты ограничения по количеству присутствующих лиц на церемонии заключения брака в торжественной обстановке. При этом обязательным остается соблюдение санитарно-гигиенических требований.